Всех приветствую, ребята, продолжаем играть в The Evil Within. Мы выбираемся, я как понял, из особняка. И что нас ждет дальше, ума не приложу. Блин, как мне нравится эта пыль, эта атмосфера этой игры. Просто супер. Блин, мы спускаемся просто, я как понял, в какой-то ад. Потому что реально все на это похоже. Так, ну что, мы спустились под особняк. Рубин, скольких ты убил? В общем, Рубик. Так, ну что, из этого мы понимаем, что Рувик вместе с нашим доктором, знакомым, проводили вместе эксперименты. Рувик убил своих мать и отец, как мы видели уже до этого. И как он умер, мы еще пока не знаем. Записка из подвала особняка. У меня отняли детей. Может, это судьба? Может, он что-то натворил? Нет, только не мой идеальный сын. Все из-за пожара. Он все погубил. Все отнял. Мои дети уже не те, и Эрнеста тоже. Он сказал, что заботится о них, что они в безопасности, а теперь говорит, что их больше нет. Этого не может быть. Я мать, я бы знала. Я до сих пор слышу голос моего милого мальчика, его смех и всегда его смех. И всегда из подвала. Так продолжаться не может. Мать должна быть со своими детьми. В общем, да, после этого пожара Рувик изменился, и даже говорят, что это совсем не он. В общем, да, он потерял, видать, всякий смысл, или, так скажем, всякие какие-то принципы свои, и начал проводить опыты, невзирая на мораль и прочее, убивая людей, в общем, делая с ними все, что ему заблагорассудится, все лишь бы добиться цели. А цель, я как понял, какая может быть цель? Погибла любимая девушка, значит, скорее всего, он хотел, быть может, ее оживить или что-то в этом роде. Каким-то невероятным образом. Ёптить! Твою мать! Я видел эти шипы, но, блин, не так же жестко. Кошмар. Так, давайте-ка. Дверь закрыта. Манекены в пыточных каких-то оковах. Так, ну что, спустились мы в эту кромешную тьму. Давайте-ка поосторожней. Так, какие-то... Ага, это, видать... Да как? Какого твою мать? Какого черта? Я же ее разминировал. Так, что нам надо? Давайте, у нас винтовочных патронов я видел очень много. Поэтому используем пока что винтовку. Правда, с прицелом на таких расстояниях не айс. Но это все-таки лучше, чем ничего. И чем... Опа, привет, толстячок. Классные, классные стекляшки в тебе. Так, 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 еще один близко. Блин, он был с мушкетом или что это у него было? Совсем обурели, они уже... Да не это мне надо, твою мать, что ты делаешь? Заряжай винтовку. Блин. Все, хедшот, отлично. Да, да не бей ты его, бей ты этот дура... Да чтоб тебя, ты какой тупой. Так, все, отлично, погнали. После сотого раза, блин, только... Ну да, давай еще взорвись. Этого мне не хватало еще. Так, потрошки. Я уже думаю, сейчас рванет. Еще немножко мозгов. Так, что это такое? Аккумулятор. Это большой портативный аккумулятор, позволяет обеспечить оборудование электричеством в экстренных ситуациях. Жаль, патронов не так много осталось. Но я думаю, нам хватит. Да спрыгивай, спрыгивай, друг, спрыгивай.
Нету смысла. Опа, отлично, еще потрошки. Вижу тебя, паренек. А, это я выстрел сделал или что? Что-то непонятное. Есть, минус. О, еще один. Ну-ка. Где ты там, мой друг? Есть контакт. Все, зарешали мы. Так, прыгай, прыгай, прыгай. Пригнись! А то срежет башку на раз-два. Ха, смотрите. Да ладно. Да ты хитрый, хитрец, парень. Ох, ёшик. Какой ты хитрый, а? Увидел, что у его друга снесло башню и пригнулся. Я надеялся, что их всех порешает эта крутилка-вертелка. Так, тихо, тихо, тихо. Давайте втихаря решим вопрос с этим другом. Да скрытное убийство! На М же скрытное убийство. Я так давно уже... Так, тихо. Да стреляй же ты! Почему он из-за приседи не стреляет? Мне вот это интересно. Так, все, друг, сдох наш. Нет, не сдох, смотри-ка. Давай-ка отдыхай, парень. Твою мать. Поехали, поехали. Хорошо, что с одного выстрела в голову. Да не бей ты его, бей вот эти ящики. Какой же ты... Так, вот, вставляем генератор, который мы с вами нашли, блин. Точнее, аккумулятор. В наш генератор. Так, где-то лезвие. Так, и... Не перепрыгивает он? Нет. А, ух ты, болты халявные. Ну да ладно, у нас их тут, я смотрю, и так навалом. Так, у нас 5000, но этого маловато, если честно. Так. Туда нельзя. И по-прежнему лучше передвигаться приседя. Что за музыка играет, твою мать? А, растяжка, лучше ее не задевать, да? Вы сами понимаете, что это чревато последствиями. Так, все, побежали. А, все, двери за нами закрыты. Мы прошли то место неприятное. Я думаю, что в очередное из неприятных мест мы с вами уже попали. Потому что играет и состоит из только неприятных мест. Хороших я пока что здесь не наблюдал. Так, давайте спускаемся. Господи. О, что это такое? Твою мать. Это же не тот самый квадратоголовый, сейфоголовый, или как бы кубоголовый его еще можно назвать. Давай-ка подожгем это туловище, мало ли. Я бы не хотел, чтобы они поднялись. Так, ничего с них не выпало, как обычно. Халявы не жди называется. Так, давай-ка, давай-ка, давай-ка. Сначала поставим ослепляющие, точнее электрошок. Давай, поднимай. Спички это тоже хорошо. Но, честно говоря, особой пользы я в них не вижу, чтобы прям вот... Чтобы прям, допустим, качать, чтобы у тебя постоянно были спички, я вообще не вижу смысла. Потому что кого мы с вами не поджигаем, с них практически ничего не падает. Так, ну что, открываем и ждем. Сейчас я чувствую... Нет, не открываем? А что нам надо, ребят? Что помешало открыть нам... О, я уже прям представляю, как это... Ого! Ну давайте, это риск, конечно. Твою мать! А какой смысл был? А, понял, какой был смысл. Поднимется? Эй! Кажется, нет. Быть может, после этого... Нет. Хм, странно. А, вижу дверь. Все просто. Все на изичи, ребята. Осталось только выжить. Осталось только выжить в этом дерьме. Так, он один. Он один и еле ходит. Давайте мы его попытаемся убить бесшумно.
Да, отлично. На пробел почему-то я на F решил, потому что F рукопашка, и я думаю, что на F как раз-таки и будет бесшумное убийство, но нет. Опа, быстрей. Отлично, шарахнуло господов, ребят током. Но они не останавливаются на достигнутом. Друг, давай лежи, не вставай. А ты со своей пушкой вообще... Так, минус. Вот этот паренек, что у него в руке, я не пойму. А, у него ружье, но он не стреляет с него, а машет им. Минус. Нет, не минус. Да чтоб тебя... Минус. Есть, все. Зарешали мы. О, парни, три патрона на шотган. Три, мать его, патрона на шотган. Это вам не хухры-мухры. Давай-ка. Продолжим. Щерванет. Давай, дружище, с тобой все в порядке, ты будешь жить, не беспокойся. Так. Что за место? Спички. Минус. Что, у тебя есть что-нибудь? Нет ничего полезного, окей. Так, надо смотреть под ноги, потому что растяжки стоят. И можно не слабо так напороться на одну из них. Опа, для винтовки патроны, ребята, отлично. Что-то все покраснело, помутнело. Я чувствую, в этом сейфе что-то есть. Тваря. Спасибо за патрон. Нет, здесь ничего нет. Блин, место стало еще более жутким из-за своих красок каких-то. Что наверху вы видели, да? О, май гадабл. Давай, давай, чувак. Я не знаю совершенно, куда иду. Вообще ничего непонятное. Что нам осталось, ставить аккумулятор и начнется жара. Все, ребята, началось. Включились ловушки, активировались двери. Все, пора выбираться отсюда, ребята. Что это? О-о. Подруга нам машет там руками. Эй, привет, я здесь. Да пошел ты. Ты че, какой быстрый? Друг, будь помедленней. Я не успеваю прицелиться. Давай, давай, давай. Все, отлично. Твою мать. О, привет. А ты что здесь делаешь? Так, три патрона в башку, и он откинулся. О, парень. Расслабься, все хорошо. Не напрягайся ты так. Так, можно вот здесь пробежать, да? Или нет? Не будем экспериментировать. Да ладно. Чувак, не время отдыхать, поверь. Время валить отсюда. Так, давайте поставим-ка аптечку на четвертую клавишу, чтобы, если что, успеть. Давай, давай, дергай рычаг. Так, что, да закроется дверь или что произойдет? Чувак, беги! Фарш, 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 фарш. Давай, скорее. Давай, 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 беги! О, открылось! Ох, твою ж мать! Давай скорее. Так, что здесь? Здесь вроде тихо. Давай используем аптечку. Так, ну что, мы от большого дядьки вроде бы оторвались. О-о. О-о. Так, за нами вроде никто не идет. Так, и? Все? Можно идти? Ребят, правда? Или это ловушка? Ага, лестница, отлично. Все, погнали в гору. Ужаскач. Просто все в максимальном напряжении. Блин, реально выжить в такой ситуации просто я не знаю. Это надо быть чертовым счастливчиком и соображать просто, как, я не знаю, Шерлок Холмс, блин. Так.
Чувак, ты только сейчас задаешь этот вопрос? Твою мать, я задал этот вопрос только как мы начали играть. Так, фрагмент номер 19, отлично. Не знаю, что нам даст и дадут эти фрагменты в итоге, но я чувствую, мы все их не найдем. Вот так вот с первого прохождения. Так, ну что, все. Было сохранение, это значит, что сейчас должно быть поспокойнее. Или же просто это сохранение перед очередной жестью. Так. Он просто стоит? О, нет, он не просто стоит. Так, мы видим нашего большого дядю. Давай, отвернись. Жаль, что из приседи он не стреляет, что очень странно на самом деле, честно говоря, меня это немного озадачивает. О-о! О-о-о-о! Он нас видел? Кажется, нет. Так. Друг, подбирай патроны. Ёшкин кот! Бросай это дело! Бросай! Прошу прощения за крики. Так, как бы нам нокаутировать этого паренька? Чтобы он нам позволил воспользоваться... Ёптысь, их двое! Да что ж ты... А, ну ладно, в принципе, неплохо. Их двое. Минус? Нет, не минус. Да вы издеваетесь! И как с вами бороться-то? Фарш. Да пошли вы, ребята. Шотган, шотган. И когда ж ты сдохнешь, тварь? Капец. Тихо, у нас... У меня, знаете, что есть? Волшебное средство называется гранаты. Но я боюсь, они мне не помогут, потому что... Бросай, делай это, бросай. Еще. Еще. Не жалко мне на вас, твари, гранат этих. Все равно я ими редко пользуюсь. Так, ну что? Тварь. Сдох. Твою мать, он сдох. Жесть какая, ребята. По 3000 за них дали, отлично. Так, у нас есть большая аптечка, давайте ее используем. Я ее до этого не использовал, потому что у нее очень сильный побочный эффект. Наш персонаж начинает, вот как вы видите, да, что с ним происходит. Он не может ни стрелять, ничего происходит, вообще ничего делать не может. Так, где у нас тут... Все, все, погнали. Давай, друг, отходнички, давай, 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 скорее. Прикиньте, в сердце себе шарахнуть инъекцию... Чего-то там. Так, вроде тихо. Больше нигде их нет. Давай, открывайте ворота. Я думаю, что мы бы не успели открыть ворота, если бы не убили их. Ну и к тому же 6000 очков. Это, мне кажется, очень даже хороший размен на несколько гранат и пару патронов. Гранатами я все равно очень редко пользуюсь, поэтому мне их совсем не жалко. Тем более, когда вопрос идет о выживании. Так, что у нас за рычажок здесь? Рычажок здесь, рычажок там. Так. Так. Блин, когда я пролазю под этими ужасными лезвиями, такое чувство, что вот-вот они опустятся и нам башку снесет к чертовой бабушке. Все, ребят, мы прошли эту линию ловушек и скорее надо валить отсюда. Скорее валить. О, нет. О, твою мать, что это было? Это опять та хреновина, которая в прошлый раз появилась из ниоткуда. О, эта тварь, я помню ее. Жесть.
Так, инвалидные коляски, бедные больные, или кто это? Кто? Бежим, друг, бежим, нечего разглядывать здесь. Кишки, ладно, ой, мозги берем. Патроны, быть может. Что это? В общем, о своей жене опять рассуждает. Дневник Себастьяна Кастелланоса. Я видел, как умирают друзья и коллеги. Это часть моей работы, и это всегда тяжело, но смерть собственного ребенка гораздо более страшный удар. Я готов миллион раз умереть, лишь бы спасти ее, но не могу. Когда маленький гроб опускали в могилу, я чувствую себя таким беспомощным. Эта боль невыносима. Я знаю, что не должен пить, но в последние недели только алкоголь помогает мне заснуть. Майра меня пугает. Первый шок у нее прошел, но смерть дочери, она переживает необычно, не хочет никого видеть, сидит по ночам одна, говорит, что работа помогает ей забыть о трагедии, но мне кажется, что она отгораживается от мира. Я знаю, что бывает с парами, которые потеряли ребенка, и надеюсь, что нам хватит сил этого избежать. Судя по тому, что про жену ни слова не говорится, им не удалось этого избежать, и они после смерти их не дочери расстались или что-то случилось с его женой. Так, стоп, мне туда не надо. Так, а мы с вами нашли... Конечно. Я здесь забыл много чего интересного. Открой дверь. Так, у нас здесь есть А, патроны. Б, у нас есть ключик, который мы с вами сейчас используем. Так, патрошки забирай. Ключик используй. Пожалуйста, опыт. Yes, опыт, это круто. 5000, ребят, двадцатка. Чистая двадцатка. Мы сейчас с вами уж прокачаемся, так прокачаемся. Давай, открывай. Давай, с ноги надо было открывать ее. Вот ты ее толкаешь еле-еле. Давай, кач, 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 кач. Все, подъем. Подъем, мой друг. Пойдем-ка продолжим наши... кошмарные путешествия. Так, погнали. Итак. Что нас ожидает? Какие еще кошмары нас ожидают? Впереди известно только лишь... О, нет. Вот с кем, вот с ней я совсем не хочу встречаться. Друг, открывай эту дверь. Каждая встреча с этой подругой это неминуемая смерть хоть один раз, это точно. Ой, погонь, что это за тварь? Так, я вижу какой-то рычаг, но... Давайте мы сначала обыщем здесь все, прежде чем дергать этот рычаг. Потому что я чувствую, дернем и рычаг, откроются ворота и... Да. Она порвала. Она порвала. Друг, давай скорее, нас сейчас сожрут к чертовой бабке. Паря, 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 давай, 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 лезь, лезь, ну. Напрягнись, ты еще сильней. Тварь. Побежали, побежали. Какая жесть, здесь закрыта, кнопка красная горит, значит точно нельзя. Давай, о, этого мне еще не хватало. Она за нами, о, мать твою, лучше бы я не оглядывался. Так, руки, ох, нет, твою мать, да пошел ты. Да жестянка. Просто тварь. Нет слов. Так, хотел бы я иметь такие кулаки, которые ящики деревянные с металлической кантовкой ломают. Ну, вы же понимаете, да, что просто так вот дверью мы не отнекаемся от этой непонятной хреновины.
Давай, друг, оружие доставай. Что? Что-то упало. Так, ну что, единственное, чем мы могли все время ее убивать, это был огонь. И почему камера акцентирована на этом месте? Так, банка. Ага, все. Отлично. Так, все. Огонь ушел. Где огонь, там всегда эта тварь. Да, вот она. Давай, друг, побежали. Нет времени объяснять, беги. Да, отлично. Сейчас еще догонит нас. Давай, открывай это дело. Где она? О, нет. Да чтоб тебя затрахало. Беги. Ты ее ковыряет там, блин, жестко. Где ты? С какой стороны? Ой, нет. Да отвалишь ты от меня, страшная ты погонь. Где? С какой стороны? Не вижу. Все, вижу. Так, да, отлично. Давай, подъем наверх. Господи, что за тварь? Я как понял, это Рувик ее, да? Сделал. Да иди ж ты. Давай, дружище, бежим скорее. Так, рычажок, огонь. Давай, сучка, иди сюда. Быстрее стреляй! Есть, попал. God damn it. Давай. Давай, сучка, иди сюда. Иди ко мне. Не бойся. Давай, иди. Что-то какая медлительная. Нет, не с этой стороны. Опалилась? Ха, овца тупая. Давай, открывайся. Есть контакт, открылась. Направо бежим, бежим. О, нет. Твою мать, чувак, это не то слово. И куда? Куда? А, вижу. Так, что дальше? Давай, открывай ее, открывай скорее. Так, очередная борьба с этой... Где? Где ты? Я тебя не вижу. Так, рычаг. Стреляю. Еще один рычаг. Стреляю. Еще один рычаг остался. Ха. Как тебе, сучка? Понравилось? Надеюсь, нет. Так. Хочу заметить... О, да не беги ж ты за мной, уродина. Все, отлично. Давай, прыгай. Так, раз. Что дальше? О, мать твою. Я здесь, иди здесь. Вот он я. Есть. Обгорело. Друг. Давай. Давай, открывай это дерьмо. Где она? Ага, все, вижу. Быстрее. Тварь. Так, что дальше-то? Иди сюда. Так, пока горит. Есть! Так, бежим быстрее! Боже, быстрее в лифт! Лифт, да? Да нет, не вовремя. О! Да давай, сейчас оторвет нам башку. Быстрее нажми ее. О! Я не знаю, помогло ли это, оторвав ей руки. Но, блин.
На самом деле она выглядит так, что она спокойно могла бы нас разорвать через решетку, но мы скостим это на то, что мы ее много раз поджарили, и она обессилила, бедняжка. А физиономия у нее сейчас, кстати, видели, да, была не такая уж и страшная. Сильный. Он типа вселился в нас или что? Так, давайте-ка из лифта выйдем, прыгай! Друг. Блин, куда он нас спускает? Руки этой твари вроде не шевелятся. Вот это когти. Маникюрчик ей бы не мешало сделать. Жесть, руки какие-то обгрызанные. Твою мать, он куда нас спускает? В преисподнюю? Куда? Куда так далеко? Отлично. Твою мать. Так, ну так как мы везде были, я думаю, стоит... Я думаю, стоит идти зайти сюда. Потому что здесь мы были в каком-то... А, вот эта дверь была закрыта, да? Или нет? Все верно. Открывай дверь. Я что чувствую, сейчас будет то место, где мы прокачиваемся. Нет. Опа. Ха, галлюцинации. Кажется, я знал, кто этому помешал. Это что за херня? А, это та самая тварь. Да, вот так почему, да. Нет, чувак, доктор уже не убежать, это точно. Как? Как это объяснить? Никак это нельзя объяснить, эта игра просто необъяснима. Что она делает с мозгом нашего главного героя, я уже даже боюсь представить, о чем он может думать. Так, ребят, ну что, на этом мы серию закончим. И так она уже затянулась. Продолжим в следующей серии распутывать этот клубок тайн.
Всем спасибо за просмотр, ребята. Если вам что-то понравилось, что-то не понравилось, пишите в комментариях. Буду приятного, будет мне, мне будет приятно пообщаться и все. Так, давай по новой. Так, ребят, ну что, это на этом мы здесь закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что были с нами. Что понравилось, что не понравилось, пишите в комментарии. Мне будет интересно послушать вашу критику и, быть может, использую какие-нибудь из ваших советов, как я что-то не так делаю. Так, ну что, все, давайте, ребят, до новых встреч. Всем пока-пока.